второй части, наверное, не будет, потому что у меня в мастерской очень холодно, а у меня с почками проблемы. И сидеть тут я вчера намучился, и вечером потом с грелкой в ногах лежал долго. И, в общем, как только закончил, пришел 4 часа вечера и не вылазил с постели с грелкой. Самое главное мы сделали, это пружины поменяли, я вам показал, как их поменять. Это самая такая грязная работа. Теперь все остальное, это все поставить на место. Начиная с вот этого, нужно обращать внимание, чтобы она стояла именно спереди дивана. То есть это широкая часть спереди, там где механизм крепится, это узкая часть. С той стороны, как правило, не ставят эту ерунду. Но если она у вас стояла, такая, по всему контуру, то нужно поставить. Следом за ней у вас, возможно, мешковина простая лежала, но лучше положить какую-то плотную ткань. Понятно, ни бязь, ни лен, ничего такого не подойдет. Может, тот диван, который вы ремонтировали, с него снять и натянуть, или может быть что-то другое вы найдете, покрывало какое-нибудь старое. И дальше ватин толстый, ватин тонкий, и все это надо пришивать. Эта штука пришивается, это пришивается, это пришивается, все должно держаться крепко, ничего не должно в процессе эксплуатации туда-сюда ерзаться, может так вот сместиться. Это тоже были такие случаи. Особенно поролон смещается. Поролон надо приклеивать. Ну вот как-то так я пытался вам объяснить устно. Сейчас покажу. Сначала эту штуку. Визуально, чтобы запомнили. Потом прокладку между ватином, чтобы ватин не проваливался. Потом сам ватин. Здесь у вас еще второй слой тонкого ватина есть. Его тоже так вот эту белую полоску сзади, да спереди. Ну, как там вы сделаете. Тоже все это пришивается или прибивается. Дальше ткань. Если вы не делаете новый, ну это не тот случай. Мы это уже, я это делаю сейчас, уже перетянутый диван и новая ткань стоит. Если вы делаете новый, то это другой случай. Может быть, и такие уроки у меня будут. А так просто на место все, как было, все на место ставим. Все так же прибиваем, стараемся, чтобы смотрим, если есть возможность, фотографируйте до разборки дивана, фотографируйте его, фотографируйте, как это было. Сняли одно, сфотографировали, как сейчас. Потом сняли это сфотографировали, сняли это сфотографировали. А потом, когда вы будете обратно его собирать, вы будете видеть, как оно было собрано, и также собираете. Тот же принцип соблюдайте. Если пришито, значит пришито должно быть. Тут как? Если у вас там оторвалось, нужно как-то придумать, но должно оно все пришито быть. Потому что оно будет ерзаться туда-сюда и скользить. Оно всегда должно быть пришито. Вот так вот я попытался вам объяснить. Так быстренько. Потому что сейчас все это собираю и иду в дом, там буду ремонтировать. Но там жена против, чтобы я снимал что-то. В общем, и там и негде будет развернуться, мне самому негде будет развернуться сейчас. Я не знаю даже, как я буду разворачиваться. В общем, так вот, все. Спасибо за внимание. Пишите там комментарии, я попытаюсь ответить на вопросы, что знаю.
Не бойтесь стараться, пытаться думать головой, своей головой, как это все собрать, потому что я тоже как бы почти не учился всему этому. Там 1-2 дня побыл там у людей, которые ремонтировали диваны, посмотрел. Самое главное, я у них что научился, это вот как пружины менять. А все остальное, как бы я уже сам доходил своей головой и горьким опытом. Ну вот все на этом все, короче. Спасибо, до свидания. Итак, по всему периметру так прошивать надо зеленую штучку, подкладку под ватин. Нужна иголка цыганская с широким ушком, чтобы можно нитку можно сапожную, можно шнур более толстый. Выберите сами, какая вам удобнее. Все.
Так, механизмы. Какие куда? Если не знаете, то можно просто сориентироваться по дыркам. Вот, чтобы совпадали дырки. Самый лучший способ, как не ошибиться. А там смотрите сами, много механизмов разных. Также если вы дырки потеряли или меняли балки, то вот эта вот часть средняя. Заклепка, ну вот на этом механизме должна быть посередине. А также там, где крючок. Там, где крючок получается на спинке, а эта часть голая на сидушке. Как-то так. Ну это советский диван, в нем так. Вот как-то так. Собираем и все, готово. Можно прикручивать поддону.